привет, мои дорогие! Давно мы с вами не готовили, и сегодня у нас будет рецепт мяса по-французски. Рецепт очень простой. Много говорить я не буду, пошагово все буду показывать на видео. Ну что, вот мы с вами и приготовили простое вкусное блюдо. Все получилось нежным, сочным и легким в приготовлении. Всем приятного аппетита! Заходите к нам в гости еще. Спасибо за просмотр и до встречи!